Задача полицейских не только ловить преступников, но и предупреждать возникновение правонарушений. Новая сервисная модель работы сотрудников правоохранительных органов предполагает работу с населением, в особенности с молодежью. Так, в областном центре состоялась акция «Я и мой полицейский». Как стражи порядка воспитывают своих последователей, узнавали мои коллеги. Соблюдайте правила дорожного движения. Вот, еще расскажи. Давай сейчас. Соблюдайте правила дорожного движения. Эти ребята буквально с первых лет знают, что такое следовать букве закона. Они – помощники полиции. И это можно смело утверждать, так как дети с большим увлечением изучают правила дорожного движения. Знают многое о правах и обязанностях граждан, и многие из них в будущем мечтают поступить на службу в полицию. Нам все понравилось. Нам показали, как они работают, сигнализацию и все остальное. В будущем мы хотим связать свою жизнь с полицейским планом. Юные стражи правопорядка дадут фору практически любому автолюбителю, ведь ПДД на их столе появились почти в одно время с букварем. Ребята показывают отличные результаты на городских и областных конкурсах и с удовольствием участвуют в мероприятиях, организованных полицейскими. Так, в школе номер 9 уже не первый год действует отряд юных инспекторов, в котором состоит 9 ребят. В рамках проведения акции будут проводиться различные конкурсы, проводиться лекции на тему «Полицейский друг, защитник». Также обучающие занятия по правилам дорожного движения. Детям будут показаны патрульные автомобили, их укомплектованность, что они из себя представляют, как выявляются административные правонарушения. Также дети посетят музеи административных зданий органов внутренних дел. Будут проведены в рамках Дня открытых дверей эти все мероприятия. Несовершеннолетним будет оказано практическая помощь, также разъяснено поведение на улицах, правила перехода улиц и в целом соблюдение всех этических и моральных норм. Вместе с этим стоит сказать, что не только в школах, но и колледжах проводится акция «Я и мой полицейский». Ребята постарше уже вступают в ряды студенческой службы безопасности. Их обязанности – предупреждение правонарушений, бдительное отношение к соблюдению закона. У студентов есть и собственные удостоверения, а также полномочия. На совете студенческой службы безопасности ребята будут рассматривать поведение нарушивших закон студентов. Анна Котсерва, Анна Мацепула, Арел Имнагметалла Кызы, Асхат Ордыбаев, Алтай Ахпарат.